Мы сейчас пришли на море, уже закат солнца. Водичка тепленькая. Многие люди купаются. Вадик! Заказали ужин, шашлычок, картошечка, это вот салатик Цезарь. Вкусно, сынок? Да. Ну, кушай. Вот он вкусный. Сейчас еще картошечку. Там еще нужно будет потом пойти корейку мясо забрать. Да. Готовят еще. Вот такая вкуснятина. Ну, да. Это что еще? А, шампиньончики, да, заказали? Это картошечка вкусная. И курочка здесь, шея, соус. Это мы сидим в кафе «Фрегат», который на берегу моря, на набережной. Находится наверху, а внизу море. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Мы тоже кушаем. Вот такая вкуснятина у нас. Такой вкусный ужин сегодня. Людей много. Готовят здесь очень вкусно. Корейку не забрали, но еще не готова. Сказали подождать 5 минут. Корейка еще не готова. 5 минут и будет готова, заберем. Продолжаем кушать. Ну как вам? Вкусно? Кушайте. Так, вот мы еще принесли корейку мясо. Корейка по 110 рублей за килограмм, а шея по 130. Курицу нужно будет посмотреть. А, ну все. Мы сейчас идем по улице Ушакова. Хотели сходить в магазин «Красное-белое». Владик вот у нас в новой майке, которая бабушка в темноте светится. Бабушка, да, с дедушкой. Да, в Крыму покупали, да, такую маечку. Задом повернись, Владик. Тоже такой череп. Как светится. Смотри, Алена, она даже сейчас светится. Видишь, как? Вот такая маечка. Повернись передом, Владик. Ой, светится вообще прикольно. Алена, скажи папе, давайте тогда сходим на Павлова, там купим магазин. А, ну сейчас папа придет. Красно-белое уже закрыто, оказывается. Ну, пошлите ему навстречу. Мы сейчас идем ночью по улице Ушакова. Мы сейчас пойдем тебе навстречу, чтобы сходить на Павлова. Куда вчера? Я думаю, ну, что на Павлова сейчас будет открыт. Да, это так, потихонечку едут. Нам не спится, мы гуляем допоздна. Да, Владик? А вот мы в сентябре приезжали в том году сюда.
Мы снимали. Да, мы снимали номер в другом гостевом доме. Сейчас мы покажем. Да, сейчас мы покажем. В предыдущий раз, да, точно. Да. Только вот люди спрашивали адрес, а, к сожалению, мы адрес не запомнили в первый раз. Вот этот дом. Сейчас посмотрим. Я вижу. У нас есть обзор номера, очень хороший номер. Все удобства. Все. По улице Ушакова. Везде номера сдаются, по Ушакова, везде, да, 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 везде вот есть, да. Ушакова, ну, нет, сынуль, не 152, другой, другой. Это вот 152 сдаются комнаты, и вот рядом дом Ушакова 15, да, Ушакова 15, да. Да, вот мы здесь снимали, здесь вот сдаются номера. Да. Гостевой дом достраивается, да, внутри уже все номера готовы. На нашем канале есть обзор. Да, очень хорошие номера, все удобства, да. Но это не эконом-класс, это средний класс, но там хорошие номера. А там папа, наверное, может? Да, папа идет уже. А здесь, по-моему, где-то трое должен быть гостевой дом. Тоже хороший. Здесь много гостевых домов. О, а здесь нет мест. Ушакова 17. Закрыто, да? Пошлите на Павлу. Вот такая новинка в Лазаревском. Появилось караоке. Теперь можно всем петь. Просто классно. Да, сидеть и потанцевать. Классно, да, караоке? Раньше не было, в том году не было караоке. Чебуречная номер один. Очень весело, все отдыхают, развлекаются, танцпол. Вот такая набережная ночью в Лазаревском. Центральная набережная, улица Янтарная, август месяц, 2020 год. Кстати, вот такие цены на свинину, на баранину, куриные крылышки. Запах шашлычка доносится, но мы только что покушали, поэтому сейчас не голодный, да, сынок? Шаурма по 150 рублей, очень вкусная шаурма. Все для отдыхающих, все для гостей. Пиво Хадыжинское, Майкопское, на выбор. Чешское, Дон. Большой выбор закусок. Ну, здесь смотрим уже потише. Вот такая вкуснятина.